Здравствуйте. Ну, продолжаем обзор растений, которые идут на зимовку. Банан я свой пыталась пристроить куда-нибудь, но не смогла, очень уж он был большой, пришлось его отрезать перед зимовкой. Что произойдет, если мы срежем верхушку у банана? Давайте посмотрим. Как мы видим, здесь у нас есть новый бананчик маленький. Растение уже очень-очень большое, очень крупное. Посмотрим, конечно, что будет с ним весной. Но там у меня кактус внизу. Уже не пролезешь туда, не проберешься. Давайте посмотрим верхнюю часть. Ну, по прошествии небольшого количества времени она выдала вот такой вот лист. Разумеется, я не знаю, как она переживет зиму в таком вот виде. Подгниет, не подгниет, но факт тот, что лист у нее растет. Разумеется, я покажу и расскажу, как она перезимовала. Я специально делаю это видео, так сказать, задокументировать процесс. Но сначала посмотрим на мой банан, а потом вы будете резать свой, если понадобится. Не повторяйте до завершения опыта. Когда я ее обрезала, я присыпала фунгицидом. Я не могу достать, показать, что там делается наверху. Это довольно-таки высоко. Посмотрим, поможет этот фунгицид, не поможет. В общем, будем ждать.